У компьютера есть мышка, только вот совсем не та, что со скоростью великой удирает от кота. А с клавиатурой в паре вводит информацию, и компьютер мышкой нашей может управляться. Вот так о своих успехах заявляют уже опытные юзеры. В центре социального обслуживания они закончили компьютерные курсы и теперь наравне с молодым поколением работают на ПК. И со временем желающих учиться только прибавляется. А вот компьютеров до сегодняшнего дня было только два. Исправляет положение депутат Вадим Агафонов. Он дарит центру еще два компьютера. Я увидел, как мои близкие, люди пожилого возраста, очень активно реагируют на все эти вопросы. Вот. Ну и во-вторых, я понимаю о том, что сегодня пожилому человеку трудно дойти там, до поликлиники, трудно дойти там, оплатить за квартплату, трудно дойти за прием в главе администрации. А сегодня, в век компьютерной технологии, мы понимаем, что электронные правительства будут все более и более широко раскрываться, и задачи, которые будут ставиться перед интернетом, они будут расти. Вот только самого интернета в центре социального обслуживания пока нет, так что о всемирной сети пенсионеры знают только в теории. Но Агафонов обещает, что и всемирная паутина здесь скоро появится. Тем более, что и начинающие, и уже опытные пользователи знают, что там можно делать. Интернет – это при помощи которого можно написать электронное письмо, оформить платежки разные, никуда не нужно ходить. Это очень удобно. Вот. Купить даже в интернете можно что-то. Я родилась и выросла в Баку, в Азербайджане. От того, что сейчас это совершенно другая страна, другое государство. Но мне там осталось очень много друзей, подруг, с которыми я не виделась очень много лет. Конечно, поехать я сейчас не смогу, но мне бы очень хотелось с ним общаться. Компьютерный класс по обучению пенсионеров открылся в ноябре прошлого года. За это время уверенно работать на ПК научились больше 70 человек. Курс рассчитан на 2-3 недели. Всего 20 занятий. Сергей Томилин, Сергей Перемовский. Объективно, ННТВ.